Доброго времени суток, дорогие друзья, гости канала. Мы сегодня с Чаком решили пройти в одно место, где сказали новый, сделали парк. Даже не парк, а выгулочная зона для собак новая. Мы сейчас пройдемся туда и... Куда? Чаки! Ты посмотри, ребят, ну что это такое? И вот как ты назад теперь залезешь? Тут такой подъем крутой. Но Чак явно хочет купаться. Явно хочет уже гулять прямо в воде. Во, все, нашел бревно. Посмотрите. Ну что это? Чак, я ухожу, между прочим. У нас другая миссия. Все, догоняй, я ушла. Чаки. Чаки. Чаки, я ушла. Чао, Чаки. Чаки. Эй. Смотри, не слушает даже, а. Я просто боюсь, здесь эти колючки дурацкие. Посмотрите, какие колючки. Все, Чак занялся. Вода-то ледяная еще. Чак, пойдем. Чао. Все, ухожу. Сейчас сделаю вид, что ухожу, посмотрим. Опомнится мальчик или нет? Смотрите, ребят, даже не собирается. Даже не собирается. Вот что делать? Как мне его оттуда теперь достать? Ух ты, уточка полетела. Ребят, вы не поверите, мне пришлось за ним спускаться. Мальчик не слушается. Вот только сейчас оставил палочку. Ну, очень хочет он на речку. Ладно, уж коль я здесь... Хотела показать, ребят, воды совсем нет, дождей нет. В горах вы видели, земля какая потресканная. Ну, а на реке воды нет. Посмотрим сейчас, как ты будешь наверх ползти. Давай, вперед, давай, будешь мать тащить. Вперед, давай, вперед. Давай, вот я посмотрю сейчас. Да-да-да, вот я посмотрю сейчас. Вот я хочу посмотреть. Вот давай теперь. Крутой, да, такой? Давай, вот, вперед. Вот теперь не вылезем отсюда. Вперед. Давай, помогу. Бандит. Давай, мать еще тащить надо. Вперед. Давай, тащи, мать. Ух ты. Фу, еле вылезли. Я в шоке. Фу. Да, ребят, смотрите. Вот она, река Савина. Я вот даже смотрю, трава, видите, вдоль дороги. В это время должна быть зеленой. А она такая желтая, как в августе. То есть, видите, так сухо, что ничего не растет. Да. Пошли, пошли, Чак. Вот она, река. Вроде обещают на следующей неделе дожди. Не знаю. Сейчас все нуждается в воде. Поля, парки, а воды нету. Прям катастрофа, ребят. Ну, а мы идем в тот парк. Говорят, там высадили много деревьев. Вот, хотим посмотреть. Пойдем, Чак, пошли, пошли. Чак. Thank you.
нашел бобрину. Пошел, нашел. Уже нашел. Бобрина нашел занятие. Все. Вот Чак нашел вот такую палочку обтекаемую. Такая прям по форме мордочки. Вот ему удобно нести. А, идем вперед. Да, Чак? Идем искать то место. Вот такая красота вокруг. Шумит вода. Вот. Пойдем, Чаки. Давай, нам надо еще идти. Еще долго идти надо. Пошли. Вот он несет палочку. Вот такой молодец. Сейчас зайдем, проверим наш плавательный бассейн. Натуральный. Как тут дела? Так. Ай-яй-яй, ребята. Тоже смотрите, как вода ушла. Ай-яй-яй. Надо же. О. Вода должна быть вот где стоит Чак. Вот тут должна быть вода. Ее нет. Ой. Что-то как-то все грустно. Да. Ну а вот, ребята, смотрите. Котики. Тоже какие-то они чахленькие без воды. Никак распуститься не могут. Воды не хватает. Да. Да. Как-то все очень грустно. Вот такая печалька. Подходим к этому месту. Вот на этом пустыре. Вон высадили молоденькие деревья. Сколько ж время пройдет, пока они вырастут. Вот. Ну, наверное, еще тут не закончили. А вот она. Выгулочная зона. Для собачек. Интересно, закрыто тут? Даже вода, вон колонка есть. Ну, то есть вот. Вот такая. А, ее, наверное, еще потому что делают. Вот, то есть вот здесь. Возможно, будут препятствия для собачек. Хорошая зона будет. Большая. Ну вот, ладно. Пока что еще тут Чакушка ничего нет. Чак продолжает нести свою корягу. Вот, ну ладно. А ну подождите. Вот калиточка. А ну. Тоже закрыто. Ну, значит, еще не работает. А вот что-то тут написано, наверное. Ну-ка, читаем. Боско Урбано Терцо Парадизо. Ага. Это так называется это место. Городской лес. Городской лес. Вот здесь будет, видать, лес. Да, продолжают еще работы делать. Вот, подводят воду. Видите, ребят? Высаживают деревья. По всей видимости, здесь никакого строительства, ничего не будет. А будет такой вот небольшой городской лес. И выгулочная зона для собачек. Отлично. Будем сюда прибегать, играть. Очень даже хорошо. Вот такие вот дела, ребят. Так что все, идем домой, несем палочку свою. Пойдем, Чак. Я так поняла, он прямо ее домой, наверное, принесет. Идем, Чак. Выстроили дом за эту зиму, за осень. Я здесь давно не была. Вот такой вырос домик. Красивый, очень даже. Вы, наверное, помните. Здесь живет большая белая собака Мариман. Мариману. Мозе. И вот он на всех лаял. Кто бы ни проходил, он на всех лаял. Но вижу, что его пока нет. Наверное, где-то в доме.
Вот такой вырос дом. Супер. Ну ладно. А кстати, ребят, у нас уже все отцветает. Бело-розовая гамма уходит. И скоро наступит светло-зеленая гамма от распустившихся листочков. Скоро потом зацветет глициния. Вот, кстати, она глициния. Пока что даже почки еще не проснулись. В общем, она спит. Да, вот первая зелень такая, первое цветение. А все, уже все облетает. Белый цвет. Это первые такие цветочки. Вот видно, как она отцвела. Смотрите, ребят. Вот. Все. Вот такой снег полетел. Белый снег. Вот так. Все равно приятно вот так идти гулять. Маргаритки цветут. Деревья еще голые. 20 градусов тепла, ребята. Сегодня вот так тепло. Слава богу, ночи тоже становятся более теплые. 4 градуса сегодня ночью было. Но там дальше будет еще теплее. Вот. Ну и, как я уже говорила, на следующей неделе должны быть дожди. И это радует. Очень нужна вода. Да, очень нужна вода. А кто тут идет? А кто тут идет? Такие вот Джеки Расселы. Вау, вау, вау. Чао. Чао. Ну, чао, ну, чао. Чао, чао, чао. Да. О, а Чаки пошел дальше. Чак, ты пошел? А вы не любите попрыгать? А, ну, прыгай. Ча, а? Ча, море. Ча, ча. Дай пиано, да. Чао. Чаки. Ребят, Чаку все равно на этих Джеков, Расселов. У него коряга своя. И больше ему ничего не надо. Ну, что? Скажешь привет всем или нет, Чак? Ну, привет уже, наверное, поздно говорить. Попрощайся хотя бы. Мам, не могу, у меня зрётик занят. Как я буду плащаться-то? Мам, давай, ты за меня. Ну, ладно, ребятки, я за него. Все, всем пока, ребяточки. Всем всего доброго. Ой, вы посмотрите, похоже, как на лапу какую-то куриную. Пойдем, сейчас будешь рвать ее. Давай домой донеси уже, Чак. Пойдем, бери ее. Пошли, пошли. Тащи домой. Неудобно взял, Чак. Возьми посерединочке. Ну, в общем, ладно, ребяточки. Идем домой. Всем пока. Пока-пока.